Друзья, всем привет из Бауцентра. Давайте посмотрим цветочки, что новенького привезли. Новый завоз цветов. Вот такая ель канадская, 1590, обсыпанная вся, чем-то украшена, не знаю, для чего это было делать. Смотрится, конечно, это все красиво, но вот эта вот обсыпочка лучше бы была просто на искусственной елочке, а не на живой. Розочки, роза кардана. Смотрите, какие хорошенькие тоже. Как бы цвет вам показать. Вот такой вот нежный цвет. Большой достаточно горшок у нее. Прям широкий. Но не 12, побольше. Так, и цены пока нет, потому что все выставляется. Тут намного, кстати, еще цены нет. Еще и поискать придется. Вот такие каланхои. Тоже красивые, яркие пришли. Ардизия пришла, красотка. Посмотрите, какая с ягодами. Прям зимний вариант. Очень здорово смотрится. Ну, опять же, без цены. Я, получается, сейчас все без цены вам буду показывать. Ардизия Грената. Так, и вот здесь нет цены, да? Тут есть штрих-код, но я не знаю, как его тут попробуем. Как тут надо правильно, что-то не делается ничего. Но не могу, товар не найден, еще нет информации о товаре, хотя странно. Так, стефанотисы. Ну, видите, здесь есть цена, может быть, возможно, 1850, потому что новинка написана. И стефанотисы опять пришли, цветущие. Наверное, по 790. Очень пахучие. Пахнут прям приятно. Маленькие антуриумы. Красные, вот такие розовые. Вот этот сортик интересный. Вообще маленький. Так, стоит 990 рублей. У этих листики коричневатые. Вообще такие темные. Купрессусы. Так, цена, по-моему, от него куда-то свалилась. 1090. Вот еще каланхои. И под ними вот такая цена. Не написано, что это. 490. Ну, возможно. Ой, ну ардизия, конечно, красотка. Очень красиво смотрится. Сейчас, может, найдем еще на нее цену. Цимбидиумы, посмотрите, какие шикарные. 3590 рублей. Цвета красивые. Вот этот вот подешевле. 2990. Но они почему-то без горшочка идут. А нет, вон горшок есть. А что такое? Почему такая цена? Ну, это хорошо, конечно. 2990. Патифилумы новые, красивые. Ну вот только-только, да, я, видать, рановато пришла, но я не могу попозже прийти. Дорога дальняя. Мне ехать далеко с Водников сюда, поэтому будем смотреть вот так. Просто на красоту. И некоторую красоту без цены. Красивые спатики. Ну здесь вот 1990. Ну, наверное, не знаю, возможно, он так и стоит. Антуриумы в этот раз дорогие пришли. Смотрите, вот такой 2490. Black Love. Красивый, конечно. Смотрите, какие у него листики шикарные. Ну, цена тоже такая высокая. Так, гузмания желтая. 1790. Вот такие красоточки еще пришли. Это, наверное, лили какой-нибудь или еще кто-нибудь. Такой мини-сортик. Так, антуриум шоколад, наверное, это вот этот, 2250. А вот эти, конечно, большой-большой секрет. Да, антуриум лили написано. Красота. В Риезии свеженькие пришли по 649 рублей. Красота, красота. Так, маленькие спатифилумы вот эти
по 199 рублей. Микс кедр разных. Тоже красота. 199. Бегония Элатиор 399. В прошлый раз они, по-моему, были. Их было много. Фикус кинки. Пушистый такой. Нормальный. 399. Симпатичный. 399 драцены. А вот этому что-то плоховато уже. Наверное, его в оценочку отправят. 689 рублей. И что-то с алоказией тут приключилось. Погнула она. Вот все листики попадали. Возможно, она просто подсохла. И все. Но они уже, вот эти листики, не поднимутся. Уже все, их только отрезать. Хамидарея 359. Свежие кодиумы 619. Ну, там есть новенький завоз, по-моему, подешевле уже, чем эти. 1790. Вот такой большой антуриум. Драцена 859 рублей. Тут два ростика. Красивая, варигатная. Смотрите, как шикарно смотрятся спатифилумы. Большие. Просто красота. Стоит такой экземплярчик 3590. Пришли еще высокие подиумы. Тоже яркие, пестрые. По 2490. В этот раз привоз, конечно, дороговатый. Что смотрю, цена такая. Так, ну этот 619 пониже. Шикарный Black Velvet Алоказия. Посмотрите, какой листик большой. Огромный лист. Он просто, я не знаю, как будто пластиковый. И, видимо, не все хорошо пришли, потому что, видите, некоторые экземплярчики вот такие. 3490 стоят, а не все. Но где-то цветок меньше, и вот пострадал три воски. А где-то вот такие шикарные большие листы. И еще пришла, сейчас посмотрю, Агланема. Вот такая, по 5990. Так, на Сильвербэй похоже. И вот еще Сильвербэй одна. Тоже цветочки у нее здесь. Ой, как хорошо, что я вовремя здесь купила по хорошей цене в прошлые разы. Вообще довольна. Она у меня теперь выросла, уже такая большая стала. Ой, ну эти вообще шикарные. Шикардос. Листики, конечно. Так, здесь сезами акулькасы 3290. Сансивьерии все в том же этом самом ассортименте. Вот такая, как ее, Лауренти 2690. Зеланика 2590. Цикасы шикарные. В прошлый раз показывала. Прям красота невероятная. 4890. И Санс еще. Black Diamond есть. 650. Вот такие красотки. Налина 2750. Цикасы поменьше, по 1690. Ну, где-то тоже, да, разница. Вот этот вот повыше и вот такой вот пониже. Горшки одинаковые объемом, но этот поменьше, этот побольше, и цена одинаковая. Посмотрите, какой лопух. Regal Shields Алоказия. Вот. Огромный просто тоже лист. Шикарная дама. 790 килан сианита. Вот такая. Гордении маленькие. Вот на гордению цены как раз пока нет. Но думаю, в такую же цену где-то недалеко будет стоить. Они как-то обычно дорогие. Посмотрите, привезли большие, в больших горшках. Толстенькие замиакулькасы. Замбези, по-моему, они называются. Вот такие кучерявки. Как будто бы 5550 рублей стоит такой. Замик, горшок, так, зензи, ага. Горшочек не вижу какой размер. Ну, большой, наверное, 19 или 17. Большой горшок. Ой, какая красота. Пахнут. Так, что это у нас тут? Я могу путать, знаете, ходишь вроде бы и что-нибудь сказануть не то. Камбрии.
Барокко сорт называется. Смотрите, какая прелесть. Стоит 1690. Дендробиумы. Так. Дендробиум мобили. Нобили Брайт Айс. Такие. 1690. И вот еще какой цвет. Красота. Араукария. 1890. Очень похоже на елочки, на хвойнички. Смотрите, какие новые ростики у них. Красивое растение. Так, ну и пуансетти тоже есть. Маленькие горшочки. По пока неизвестной цене. Ну а здесь тролль с еще не расставленными растениями. Здесь орхидеи. Смотрите. Пока все без цены, к сожалению. Ничего не могу сказать. Ну, цену можно и вот здесь потом посмотреть, потому что они по такой же цене будут, собственно. Так, калатейки, медальон, лансифолия, фикусы вот такие. Наташа или Даниэль, не знаю, кто здесь. Так, фикус гринкинки. Вот такой вот. Хидерки, мельтония тоже симпатичные. Ох, тут потихонечку пока расставляют, поэтому пока так. Ну хоть глянем одним глазком, что здесь есть. А, ну тут еще наверху есть мультифлорки, наверное, или как они правильно. Вы там меня простите, если я там что-то неправильно называю, но я не понимаю в орхидейках особо их различия. Я могу сказать только большой цветочек или маленький. Вот эти маленькие. Вот красота. Такая красота, по-моему, была еще в Обе. Такой же ярко-оранжевый цвет. Шикарный. Так, ну и посмотрим по цене сейчас. Где цены? 799. 859. Окраски шикарные. Вот, смотрите, какой красавец. 2250 еще есть орхидейки. А это какие из них? В общем, на картинке вот такие. Ну, где-то вот стоят такие дорогие. Есть по 1990. Красота, конечно. Вот где селфи делать. Орхидейки всегда хорошо получаются на фото. Прям яркие. Хорошо камера передает их цвет. Прям. Смотрите. Какие классные. 2290 рублей. Тоже все какие-то сортовые. Какие-то фаленопсис сортовой. Вот такой еще. 2650. Каскады 1250. Вот эти вот маленькие 599. Вот еще, как я их называю, пчелки. Вот эти вот яркие. Стоят 2650. Это гибридные фаленопсисы. Смотрите, вот какой. Маленькие цветочки, но их много. И вот это интересный. Посмотрите, какой. Но это вообще маленькие-маленькие цветы. В таком кашпо их поставили красивым. Я первый раз такие маленькие вижу цветочки. Как он называется? Это получается Анцидиум Микс. 1790 анцидиумы. Сингала, по-моему, да, вот этот вот Викторио. Сингала Викторио. Очень большой крупный цветок. Один. И что-то еще. А, вот такие вот Лудизии. Дисколор.
седьмой горшок, 2250. Тут их два вида. А вот такой и вот еще какой. Но вот этот более часто встречается, а вот такой я не видела. Красивенький. Есть еще ванда. Ванды две штуки. Вот светленькая и темно-фиолетовая, сиреневая, не знаю. 5690. Миксы Колотек пришли в маленьких горшках по 590 рублей. Четвертый горшочек, по крайней мере, да, четвертый, нет, шестой, слепая. Вот, смотрите, вот такой вот хорошенький. Макаяна, по-моему, вот это. Розио Пикта, если не ошибаюсь. Получается, раз, два, три. Три вида. Так, кто тут еще есть? Хлорофитумы 259. Одиумы пестрые 399. Маленькие агланемы. Сильвер Бэй по 1150. А вот такие крит по 1390. Тут страдает бедолашка. Очень красивые листы у нее. У меня нет такой, но цена, конечно, 3190. Но там в горшке очень много растений. Есть фацхидера 329. Но она, по-моему, в прошлый раз была. И сандерианы колотеи. Вот такие свеженькие пришли. Посмотрите, тоже хорошие. Классные. Вреднючки такие. 1150. Ну и вот выставили медальоны. 990, значит, там на тролле тоже такую же цену, скорее всего, будут. Фикус эластика 659. Привезли биркины большие прям. Смотрите, есть кое-где даже совсем практически белые листочки. У меня биркин что-то очень плохо выглядит. Он вот начинает вот так вот листики прям совсем закручивать, как попало. Мне так это не нравится. И такое ощущение, что как будто бы я что-то то ли недолитое, то ли перелитое. Я ничего не могу понять. В общем, ну вот здесь вот крупные растения, и их две штуки в горшке. Большой горшок 1950 рублей стоит. Ну и вот эти колотейки, они в прошлый раз были миксы, 1050 рублей. Такой вот вариант. И вот еще какое. Бомбина фикусы 1090 лирата. И огромный фикус. Ой, фикус, филодендрон вот такой. По-моему, это Black Cardinal, наверное, или какой-нибудь, что-то наподобие него. А нет, Red Cardinal. Imperial Red, вот. Ну да, у Black потемнее листья совсем. У меня Black маленький. Вот тут листик не очень удачно разошелся. 1450, кстати, он стоит. Это не, ну, недорого, видимо, его немного уценили. И посмотрите, какой большой сам горшок, и растение уже большое. Ну и сейчас посмотрим вот этот тролль. Это вот такие небольшие хамидореи по 299. Есть кротончики. Sunny Gold 414 есть, просто вот такие обычные. Но все яркие, все пестрые. А вот этот вот, как же его зовут, Magnificent. Тоже несколько сортов, в общем, здесь. Антрацены маргинаты вот такие варигатные, простые. По два растения в горшке. 1590. Ну, здесь еще тоже не поставили по полочкам, не расставили цветочки. Смотрите, какие орхидейки большие. Вот этот вот шикарный друг. Красивый. Ну и вот это. Да, все они красивые, конечно. Фикусы 369 рублей. Цисусы. Ну, они в прошлый раз, по-моему, были 229 рублей. И агланемы вот эти новенькие. Два сорта тут крит. И еще
какая-то, не знаю, даже три. Сейчас покажу. Вот такой вот на Red Zircon похоже. Может быть, как-то по-другому называется. Я не утверждаю, они вот эти вот красные цвета, они очень сильно друг на друга похожи, их трудно отличать. И вот такой еще сортик, смотрите, но это уже не квит. Длинные листики, интересно окрашенные. Стоит 1590 рублей. Ой, и вот эту чуть не пропустила. Вот еще какой сортик есть. Пестренькая. Тоже в такую же цену, 1590. Забыла, как ее зовут. Такие были в закупках у Ольги. Но я не припомню, как ее правильно называют. Так, Marble Queen Epipremnum по 279. И вот такой вот еще есть. Забыла, кто. Подскажите. В общем, 279 рублей тоже. Ну и фикусы Пумила зеленый пятнистый 229. Смотрите, какое оригинальное решение. Смотрите, Тилань Сианита, вот такой вот колбочке подарочная. И в ракушку посажена. Стоит такая 3190. Вот это вот тубочка стеклянная. Знаете, такая, как будто бы этот борсиликатное стекло такое тоненькое. И пришли еще тиланси вот такие атмосферные, которые не нужно садить. Тоже анита. 649 рублей. И посмотрите, какие еще есть по 690. Вот внутри целая дружная семейка. Там есть не только красноватые, просто зеленые есть. Вот такие опунции привезли. Но я не пойму, цветы вроде настоящие. Друзья, я их потрогала, они прям настоящие. Опунция субулата, пятый горшок, 390 рублей. Симпатично, правда, смотрится, прям все в цветах. Если будет кустик большой, представляете, если он будет весь цвести, как это здорово будет. Гимнокалицу мы привезли, желтые, желто-красные, красные. В общем, 590 рублей. Такие привитые кактусы. Крашеные эхиверии. Кто тут уронил такую красоту? 449 рублей. Зеленые и вот такие серебристые. Гастерии по 179 рублей. Малявки. Вот еще сколько много эхиверии. Тоже можно красивые садики сделать, флорариум красивый собрать. 190 рублей стоит. Вот этот был, я в прошлый раз его показывала, красивый. Эуфорбия вот такая. 299 рублей. Очень похожая на кактус, но она совершенно без колючек. Интересная. Каланхоя войлочная, 169 рублей. Что тут еще такого новенького? Прям посмотреть. Вот смешные кактусы цветущие микс. 390. А где цветочки? Где обещанные цветочки? Так, кто тут еще есть? А вы что тут на полу? Вас поливали тут что ли? Крашеные хинокактусы 359 рублей. Вот такой вот суккулентный микс 259 рублей. Ну, в общем, тут в кактусах маловато. Новенького так по чуть-чуть привозят каких-нибудь малявочек. И все. И то тоже не очень много. О, сансивьерия вот такая появилась. А вот, друзья, еще какие-то кактусики. Клейста кактус штрауса 690 рублей. Тоже новенький. И вот такой еще. Эрио кактус Ленингхауза. Уже язык сломаешь от названия. 649 рублей. Такие стоят. Такие хорошенькие, но они уже не новенькие. Они в прошлый раз были, позже, позапрошлый раз тоже были. 1590 рублей. Так, посмотрим. Пеперомию по 390 рублей. Только такой вид, такой сортик, вернее.
маленькие, их часто привозят, вот эти Диффенбахи 290. Как, деревяшки туда делают? Такой вот кустик. Сингониумы 269. Света не хватает, потому что они как бы аро, но они окрашены, видите, как светленько. Вот что-то тут от аро осталось немножечко по краю. И все. Ну и все. А вот еще одна Диффенбахи. Смотрите, тоже какой-то сортик. Та простая. А это... Я даже не знаю, что за сорт. Подсказывайте. Очень красивая. 359 рублей. Такой миксик. Вот это вот компакта, наверное, вот просто. А вот это не это. А вот это Камила, наверное, да? Компакта Камила. А этот сильно от них отличается. 359. Хочется его вытащить и показать вам сам кустик. Вот. Смотрите, какой куст. Она идет и повыше. И здесь 4 растения. Может быть, от основной просто уже детки подросшие. Вот такие. Красота. В общем, листик очень красивый. Вот, как я и думала. Теперь я не могу поставить. Сейчас я подвину. Потому что... Угу. А вот эти как раз филодендроны, похожи на Black Cardinal. 699 рублей. Тоже такая форма листа и цвет темный, но это не точно. Очень хорошая выценочка орхидей. Посмотрите, разных цветов. Пока еще не раскупили. Стоит вот такой, например, 299 рублей. Так, а вот этот вот оранжевый, такой интересный, сколько стоит? Тоже 299 рублей, отличная цена. Смотрите, какая орхидейка, какая розетка у нее и какие корни хорошие. Она просто не полита, поэтому так, розеточка очень хорошая. И цена классная, 299. Сейчас посмотрим, все ли они так стоят или есть что-нибудь подороже. Вот. Так, ну тут некоторые листики вот такие, видите, вяленькие у этой. Так. Ой, плотно стоят. Не вытащить. Еще, во-первых. Так, 399 рублей. Но это сортовая орхидейка. Чуть-чуть подороже. Но похуже и выглядит. Вот там вдалеке есть и желтые еще, но я к ним не доберусь. Будем считать 399 или 299. Вот этот вот маленький. Смотрим. 199 рублей. Ну, красота же, посмотрите. Ну, почему бы и не взять. Какая она усатая, полосатая. Какие корешки воздушные она пускала. 199. Отличная цена. Хорошая. Ой, жалко. Вот желтый. Ну, что же ты так далеко. И там в дебрях еще есть и дендробиум вдалеке. Но никак не подобраться мне к нему. Так, посмотрим, почем еще азалия. Смотрите, еще и азалию оценили. Вот такие вот шикарные кустики. По 185 рублей, друзья. Кто хочет азалию себе, кто из Омска. Смотрите, вот такой цвет. И вот еще какие. Тоже хорошенькая цена. Классная. Так, стефанотисы в прошлый раз я, по-моему, показывала. Подиум есть, магнифицент. 229 рублей. Вот такая красота. Новые листочки растит. Калатею медальон тоже на оценочку отправили. По 449 рублей. Очень много каланхоя. Каландива вот такие с толстыми листами. Большими прям. 169 рублей. И вот еще какой красавчик. Розовый каланхоя. Посмотрите. 199 рублей. Тоже отлично выглядит. Хорошенький. Друзья, оценочку показала. Тут еще будут крупномеры расставлять. Но я уже ждать не буду. Просто покажу. Это вот такие большие, шикарные, в больших горшках. Стоит, наверное, будут 3 с чем-то, скорее всего. Большая алоказия, огромный лист. Драцены вот высокие вообще, посмотрите, какая биколорка.
вообще огромные. С меня ростом три растения в горшке. Красота. Вот такие вот трехцветки, трехполосные. И вот такая из новиночек. Агланемка тоже, на нее пока цены нет. Все расставляется. Много растений в горшке. Классная, в общем. Ну, а я уже на улице, друзья. Вот такая у нас зимняя сказка. Сегодня все деревья, посмотрите, какая красота. Елочка прям хоть сейчас наряжай. Хочу вам пожелать хорошего Нового года, хорошей его встречи, счастья, здоровья, удачи во всех делах. Ну, а остальное все приложится само. Встретимся уже с вами в следующем году. Пока-пока!